Nahka! Uspoka itse. Jos muna. Henli. Laksulam. Tää. Laksulam. Lok, lok, lok. Tää. Lok tätsä. Lok. Sö. Koille. Куля. Смотрите, ребят, какой туман сегодня вообще. С утра такое туманище вон. Дома все в тумане. Пусть бежит. Идет без денег. Хорошо-то как. Вы не поверите, солнце встает. Восток. Восход такой. Тулан прибежал. Всем привет, ребят. Как видите, очередной поход у нас. Вон туланчик. Сейчас он болел. Я ничего не рассказывал, не показывал, но он был на больничном. Оклемался, дальше будет жить. Но было опасно. Опасные хрипы у него были. Что, как мы давали, это на будни Олега канале там расскажу. В двух словах. Вот. Ну, видите, я снова остановился на своем любимом месте. Без этого походу у меня не бывает. Очень редко, когда я здесь не останавливаюсь. Просто вот посидеть 5 минут. 5 минут наслаждения этой природой. И поедем дальше на избу. Туда. Локай. Тут не сможешь подняться. Очень крутой берег. Лок, 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 лок. Лок, лок, лок. Туда. Лок. Шли. Ничего себе. Вот, вот это да, вот хрип у него еще до сих пор есть. Такой крутой берег и поднялся. А. Вот. Выносливые, все равно выносливые собаки-сучки. Кобыли, они крепкие, но выносливости у них меньше, чем у сучки. Сучки они, блин, выносливые.
Вот, брусника, брусника уже. Тут на солнышке вообще она уже зрелая. Клесты. Каждый раз я сейчас, каждый поход я слышу клестов. Тучи вон, смотрите, какие, может, дожди будут. Местами, местами дожди были. Потому что еду где-то сухо, дорога, где-то сыро. Но дорога хорошая. Дорога вообще отличная. Даже передок не включал, здесь ехал. В кузове, видите, доску везу. Сегодня будет стройка, сегодня займусь. Как сказать, буду делать тулану будку. Из чего, как буду строить, вкратце покажу. Вот. По пути еще видел одного рябчика, но там несколько штук их было. В этом году рябчики есть. Ну, боровая птица будет. За этот сезон, вот, за летний период, вот сейчас уже дело идет к осени, я первый раз только боровую птицу видел, но общаюсь с людьми, и каждый, кто ходит в тайгу, всегда говорит, видел рябчика, видел там глухариный выводок. Если птица не уйдет в этом году, будет что добывать. Лес богаче, чем в прошлом году. Каждый поход я тоже, бывает, обзоры изб делаю. Но он вроде недалеко, но вот не с руки, вон там изба. Вон там, надеюсь, видно. Вон там изба. Я там, наверное, единственный один раз был, и сейчас там даже никто не ночует, но хочется туда сходить. На машине, наверное, может, заросло уже вся дорога. Как-нибудь тоже надо сходить, посмотреть, обзор такой сделать. Рукастый мужик был, очень красивую избу, он четко все построил. Ну, вроде одно окно, чуть-чуть не так светло будет, темновато. Ну, может, как-нибудь там еще будем. Может, зимой будем, когда, вот, скажем, здесь будут косачи выходить. Будет охота на косачей, зимняя охота. Вот. Но обычно в этих лесах очень много их вдоль реки бывало. Может, если будет, вот, скажем, я сюда выйду, увижу, там сидит косач, я пойду тут в том месте и по пути поснимаю. Ну, вот так. Может быть, может быть. Фух, хорошо-то как. С утра такой туман был. Немножко вкратце показал вам. Очень красивый туман, плотный такой. Потом потихоньку-потихоньку развеялся и все. Сегодня, между прочим, плещется рыба. Здесь, как сказать, по глубине даже не могу сказать, сколько по глубине на... Щука тут тоже водится, потому что коряг очень много. Вот. Но ельцы сегодня, плотва плещется, да. Хорошо. Сегодня жаркий день снова будет, потому что 28 и, ну, лето на дворе. Вот я кофту одел, я сейчас до избы доеду и сразу буду раздеваться. Ну, примерно так, ребят. Посидели, поболтали. Сейчас поедем дальше. Вот это уже у нас третий или четвертый поход. Грибы здесь что-то я не видел, пока ехал сейчас. Недалеко уже осталось. Вот я сейчас в кабине отсела немножко его. Вот. Господи, фу. Здесь он вместе сидел, и в кабине столько собачьей вони осталось. И мне вот как-то подписчики пишут, что я, что в избу собаку впустил. Никогда этого не будет. Нет. Собачий запах — это что-то с чем-то. Я не люблю это. Все, поехали дальше.
Заморозка пока вообще не было. Листва уже падает. Очень много листьев уже выпало. Сыто сколько. А воздух, ребят, сегодня вообще особый какой-то, вот свежий, таежный. Телом за ракерка. Лечь уж не шатчины. Ну вот. Ну, здесь чистота, как обычно. Все хорошо. Все хорошо. Печка стоит. Не потрескалось там ничего. Будем обживаться. Приехали на целый день, а может и с ночевкой еще будем. Да? Траву есть. Давай, лечись. Вон там, блин, вот где собака, и выше где-то на сантиметров 30 палка стоит. Вода упала очень сильно. В прошлый раз, когда приезжали, там вода поднималась, а сейчас вообще жесть, как мелко стало. Нормально. Вот такой стройматериал. Бруски такие. 7x7, наверное. Получается. Из этого и попробуем. Что-то получится нет сделать. Просто другого варианта у меня нету. Можно из досок, конечно, но если из этого сделаем, то будет теплее. На кровлю андулин привез. Такие бруски на крышу. Вот такие доски. Ну и там пол кузова хлама всякого разного. Там и болотные сапоги, и рыболовные снасти, там и бензопила, продукты, вещи, домкрат. В общем, сами видите.
нарвал малиновые листья от малины. Такого запаха не чувствуется, как от смородины. Смородина намного вкуснее на запах. А вот это уже, ну, не скажу так. Но будем заваривать такой дикую малину сегодня. Вот, чай будет из дикой малины.